Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Вступил в силу желтый уровень метеоопасности в связи с жарой. Ожидается до плюс 34 градусов по Цельсию. Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый уровень метеоопасности в связи с жарой, который будет действовать с 11 по 16 июня на большей части территории страны. Так, в эти дни в дневные часы температура воздуха повысится до плюс 33 градусов или до плюс 34. В этих погодных условиях врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце с 11 до 18:00, носить головной убор, одежду светлых цветов из натуральных тканей, ежедневно употреблять 1,5-2 литра жидкости, не пить много кофе и алкогольные напитки, употреблять в пищу больше овощей и фруктов, снизить интенсивность и темп физической активности.